Скандал вокруг дома с одной стеной не утихает. В четверг проверить ход стройки. У памятника архитектуры вновь пришли активисты. Теперь они говорят не только о незаконности работ, но и об опасности. Стройка проходит в непосредственной близости от двора детского сада. Кроме того, после воскресного визита у боковой стены здания появились строительные леса. За моей спиной стройка. Мы находимся на территории детского садика. Как мы с вами все видим, нету ни козырьков, ни защитной сетки натянуто, то есть никто из детей, из их родителей не застрахован от падающего кирпича. По стройке бегают какие-то полуголые строители, без касок, без перчаток. Перед зданием активистов уже ждали полицейские и бойцы муниципальной безопасности. Были на месте и представители застройщика. Юрист утверждает, у собственника на руках есть все документы. А сам дом с одной стеной после окончания работ будет выглядеть даже лучше, чем раньше. За свой счет застройщик сделал ремонт памятника архитектуры. А в самой пристройке будет обычный жилой дом. Здесь поселится одна семья, утверждает представитель хозяина помещения. Наши документы были проверены органами ГАСК и прокуратурой. Значит, также было установлено в судебном порядке, что документы полностью законные. В общем, никаких противоречий в них нет.